Нападающие забивают. Вот теперь Шумаков с партнерами на льду. Макеев, передача обратно. Сергей Шумаков. И наконец-то он забивает. Молчал практически год. 69-й номер автомобилиста. И таки вымучил он для себя эту шайбу. Довольно быстро автомобилист сумел вернуть равенство. Впервые со стартового вбрасывания. Ну и поздравляем Сергея Шумакова. Действительно, просто кошмарное молчание голевое у него было. Только вдумайтесь, предыдущую шайбу он забрасывал в прошлом сезоне 10 октября за «Авангард» в игре против Сибири. И вот теперь быстрая контратака получилась. Причем Шумаков, можно сказать, ее же и начал. Сделал передачу на партнера. Тот вернул шайбу. Это был Алексей Макеев. И вот говорил я про легионеров. Ну а теперь российские хоккеисты у автомобилистов показывают, что тоже могут решать в нужный момент. Первая шайба для Сергея Шумакова в этом сезоне. И третий балл суммарно за результативность.